друзья, проходит нодовская акция в городе Москва. Дорогие друзья, НОД начинался в 2012 году небольшими акциями из нескольких человек. И вот сегодня мы видим здесь в Москве грандиозную нодовскую акцию. Вот здесь у нас есть флаг Одесской Народной Республики. Эта часть бывшей Украины сейчас оккупирована фашистами, но она будет освобождена. Россия, Донбасс! Россия, Донбасс! Россия, Донбасс! Россия, Донбасс! Россия, Донбасс! Россия, Донбасс! Россия с Донбассом! Россия с Донбассом! Россия с Донбассом! Происходит акция национально-освободительного движения возле Государственной Думы Российской Федерации. Пусть кто-нибудь из либерастов мне скажет, что этих людей сюда согнали насильно. Или пусть кто-нибудь из фашистов укропов скажет, что здесь кого-то согнали насильно.
тобой! Путин, мы с 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 тобой! Силу или начнет работать, когда запустится этот механизм. Глазьев? Доклад Глазьева, давайте обсудим доклад Глазьева. Он вообще толстый и состоит из двух частей. Одна часть занимает три строчки. Снизить процентную ставку. А дальше часть на несколько десятков листов, что надо создать механизм контроля за ценами, что надо создать госплан, что нужно проводить, не просто выдавать эти кредиты, а выдавать кредиты по какому-то принципу. Короче, кому-то даем, кому-то не даем, там, по отраслевому принципу. То есть, допустим, в эту отрасль даем, в эту отрасль не даем. Я тогда говорю, ему тоже говорю. Ну вот, чтобы создать госплан, это же надо иметь власть. Госплан — это орган, решение которого обязательно. А у вас власти нет, и у Путина нет. Не получится — не получится. Контроль за ценами. Но реально, контролируется за ценами, вот как вы предлагаете, это надо иметь власть, ну и скорее всего национализировать торговые сети, потому что иначе они не будут выполнять команды государства по контролю. У вас такого права нет? Нет, не получится. То есть эти пункты нереальны. А первый пункт реален. Вот первый пункт можно запустить за один день, и он заставит запустить все остальные. То есть мы, в чем мы отличаемся? Вот, то есть, да, я поддерживаю доклад Глазьева, но я понимаю, что он нереально его сделать. Понимаете, нереально сделать. А вот снизить процентные ставки можно. Вот я шел, что для этого надо? Вот представьте, что завтра это политическое решение, которое, как Крым. Вот как Путин, приняв Крым, автоматически запустил необратимый процесс. Вот сожжег мосты. Так и здесь. Вот решение по ставкам можно принять, вот завтра туда отправиться. Вот если бы сегодня был миллион человек, сегодня бы Путин уже туда отправил вежливых людей, не буду фамилии их называть, но мы их знаем даже фамилии, мы же с ними дружимся все. Они бы пришли в Центральный банк с такими солдатскими лицами и сказали: вот есть послание президента Путина, в нем сказано снизить ставки, действовать как ФРС и ЕЦБ, он прямо говорил, а у тех ставки 0,03. Вот, пожалуйста, чтобы через 15 минут вы издали документ, уважаемый совет директоров Центрального банка, о том, что ставка была 0. Ну там 0,30, как Путин говорит. Кто это мешает? Кто мешает этому? Миллион человек. Да, такого права нет. Это незаконно. Почему Путин не издает такой указ? Потому что нет, он об этом говорил. Слушайте, он издавал эти указы. Это все его послания, они потом фиксируются распоряжениями. То есть распоряжение. То же самое, почему он издает майские указы. 3 года назад издал. Никто их не выполняет. Открыто. Я читаю, вчера бюджет внесли. И вчера счетная палата пишет: ну, в бюджете не заложено выполнение указа президента. 3-й бюджет внесли. За 3 года никто не собирается закладывать. Да потому что он не власть. Это главный вопрос. Он не является органом, решение которого обязательно. Вот участковый сейчас, вот вы выйдете на бедокурите, вас участковый скажет: прекратите, поднимите окурок. А вы не поднимете. Он имеет право вас посадить. Правильно? У него власть есть. У судьи, попробуйте не выполнить решение судьи, даже мирового, имеет право вас посадить. А у Путина нет, у главы государства по Конституции такой власти нет, он не является властью. У депутата даже власть есть, потому что оформленная власть. Он не исполнительная власть. Вот так, исполнительная власть у нас Медведев, правительство. Сейчас. А можно еще, пожалуйста? Так вот, по КЭСу я просто закончу, сбили. То есть мы говорим, вот это решение одного дня. И мы, Владимир Владимирович, это советуем. Это решение приведет к тому, что пойдут необратимые процессы в экономике. Потому что как только вы снижаете ставку до нуля, у вас автоматически начинает идти перекредитование иностранных кредитов на российские, и обратно вы уже не вернете. То есть после этого там орать будут, не орать, либералы, не либералы, у них ничего не получится. То есть вот как с Крымом. Они могут орать, но вот попробуйте сейчас отдать Крым обратно. Ну это же понятно, что невозможно. Вот так и там будет. Понимаете, вот даже если завтра побеждает Навальный, ну, не может он отдать Крым.
технологически, потому что отдать Крым — это, ну, ликвидация страны. Я все это понимаю. Не только Крым, а это отдать все. Так в этом и Дальний Восток, и Сибирь, и все остальное. Это же понятные вещи. Здесь те же есть безвозвратные моменты. И вот есть безвозвратный момент, связанный с запуском национальной экономики, национализацией рубля. Это решение одного дня. Запустив его. А для бизнеса это означает, что такое кредит? Кредит — это же не халява. Вот, может, это за залог. То есть, если вы хотите взять кредит, вы должны на сумму раза в два больше дать залог. Я уже сказал, российское имущество все заложено за рубежом. То есть запуск нулевой ставки означает перекредитование на национальные залоги. А это национализация бизнеса и решение проблем Путина, деофшоризации. Все просто. Одним решением. Вот поэтому вокруг этого решения идет главная борьба. Поэтому он трио в послании говорит: снижайте. МВФ говорит: повышайте. И Центральный банк Набиуллина идет в Думу, говорит: я буду снижать. А потом она ее повышает. Потому что я думаю, что он докладывает Путину: не могу снизить. Не разрешают. Потому что мы филиал МВФ, а МВФ для нас начальство. Не разрешают. Евгений Алексеевич, а вот можно явное доказательство иностранных фирм, этот Брайсон Беркхаус, как, ну, люди не понимают, что в Госбанке сидят эти Брайсон Беркхаусы. Вам людей оттуда выкладывают? Нет, ну в смысле, есть какие-нибудь явные доказательства? На сайте этих компаний там все написано. Нет, и на сайте этих компаний написано, и на сайте Министерства ведомств написано, что они их, ну, как бы привлекли. У всех, никто не скрывает. Просто об этом не говорит телевизор. Доказательства, ну, давайте. Нет, с в нашим штабом. В интернете полно сказали. Штаб вам просто перешлет. Аудитом там ЦБ занимается, Прайс-Уотерхаус и так далее. Это все в свободном доступе есть доказательства. Воронеж, какой вопрос по поводу... Спасибо, что приехали. Спасибо, что приняли. Да. Ну, сейчас мы еще чай будем. По поводу ДНР и ЛНР. Такой вопрос. Появились слухи в интернете, в частности, Жучковский пишет о таких движениях, что в ДНР, например, отодвинули тех людей, которыми, через которых управлял Сурков. То есть, насколько эти слухи имеют под собой основания? То есть, это вот специалисты. Да неправда это все, я вам сразу скажу. Все это в глупости, не слушайте эту ахинею. Никто никого не отодвинул. Все железобетонно стоит на месте. Не распространяйте эти слухи. Все на месте. Вы слышали, чтобы главу республики кто-нибудь отодвинул? Ну, я думаю, до этого слухи еще не дошли. Да никого не отодвинули, это все сказки. Не верьте этому. Все на месте. Где было, там и есть. Какие перспективы вы видите решения проблемы Донбасса? Или они входят в состав России, или Россия признает Донецкую и Луганскую республику, или так и ждем Минского соглашения, как закончится, тогда... Это все соглашение, это военная хитрость. Да. Туда-сюда, туда-туда. Нет, решение такое, как было всегда до этого исторически. Просто другого решения не существует. И вот либо вы идете по исторической дороге, и у вас есть ответы, либо вы придумываете, и вы тогда точно ошибетесь, потому что это не работало, никогда не будет работать и сейчас. А решение историческое очень простое. Восстановление общего государства с Украиной. Вот и все. Война закончится, когда будет восстановлено общее государство с Украиной. Это долго ждать. Это как сказать. Вот ваш дед этого ждал 4 долгих года, да? Я решаю этот вопрос Донецка и Луганска. Как бы вот удар не нанести. Евгений Алексеевич, я прошу прощения, вот для зрителей оттуда надо пояснить, что восстановление единого государства с Украиной имеется в виду не присоединение к фашистской Украине сегодняшней, а освобождение всей Украины. Я думаю, все так? Это понимают. Не, но вот просто восстановление единого государства с Украиной для людей там звучит ужасно. Поэтому я из-за этого это говорю. Нет, восстановление единого российско-украинского государства, которое было до 91 года и до этого сотни лет. Вот так гораздо лучше. Вот четко и понятно. Это технология. Естественно, для этого придется от интервентов и фашистов, и сепаратистов в лице Порошенко избавиться. Ну, они нас называют сепаратистами. У всех на языке сепаратисты — это вот либо преступники, так называемые, из Донбасса, либо россияне, приехавшие туда, террористы. Так, видите, уже созданы мемы, созданы названия. Мемы созданы пропагандой. Конечно. Правда, нам придется вернуться в здравый смысл. Нам придется понять, что сепаратист тот, кто против международно признанных границ. А международно признанные границы после 91 года законно никто не пересматривал. То есть мы говорим о границах 91 года. А граница 91 года — Киев в составе единого государства с Россией. И это придется к этому вернуться. Это технология решения проблемы.
Потому что если мы не понимаем, что Киев это такой же русский город, как и Владивосток, то мы, потеряв Киев, потеряем и Владивосток. Потому что бумажку нам напишут липовую, он Россель уже написал про Урал. Понимаете? Это а очень легко. Что тогда делать в этом случае? Переговоры вести, как и ведут переговоры с Россией японцы по поводу островов, вести переговоры с Прибалтикой по поводу восстановления единой государственности, можно хоть 20 лет вести. Но они страны НАТО теперь. И что там это меня? Может быть НАТО по закону. Тогда НАТО незаконно. Как только вы принимаете решение, что нарушена международная граница, по уставу НАТО, НАТО оттуда уходит. Вы что думаете, когда мы подняли вот эту бумагу по событиям 91 года, рядовую прокуратуру написали где-то месяца три назад, Ландбергис и вот прибалты аж до потолка вскочили. Подумаешь, да потому что они знают технологии, они же знают, кошка знает, чье мясо съели, съела. Понимаете? Ничего, кроме вас об этом никто не говорит вообще. Потому даже что Соловьев об этом молчит. Скажем. Не, ну Соловьев это сильно молчит. Да. Пусть дальше молчит. Даже Соловьев. Во-первых, скажет. А во-вторых, по мере укрепления национально-освободительного движения Путина, это то, о чем мы, то, что мы готовим, будет востребоваться. То есть мы все-таки работаем на опережение. Мы вот штабы НОДА — это разведчики. Вот разведчик прошел, потом пошли главные силы. Понимаете, да? Нет, главные силы идут там, где до этого разведали ситуацию. Просто главные силы как бы наобум никогда не ходят. Мы готовим ситуацию, мы готовим технологию решения. А дальше, поскольку мы технологию не придумываем, она историческая, мы просто, знаете, как дворники, которые вычищают снег с железной дороги. А по железной дороге поезд национального освобождения уже пойдет во главе с Путиным. Евгений Алексеевич, еще раз, но Воронеж. Сейчас про Питер важно, слушай. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Санкт-Петербурге. Там отменили вообще все мероприятия по празднику. Ну, правильно отменили, потому что трагедия. Трагедия. Но есть еще другие данные, что это элиты, так сказать, воспользовались ситуацией. Да, не, и... но это все-таки мы в реальной жизни живем. А действительно трагедия. Другое дело, обратите внимание, как вокруг этой трагедии ситуация развивается, да? То есть, во-первых, все больше и больше оснований, информации, что эта трагедия вызвана военными действиями против России. Вы понимаете? Понятно, да? Нет, ну вначале там пытались тень на плетень нанести, что летчики просили посадку там и прочее. Это тоже не случайно. То есть уже война информационная была на первом этапе. Второе, не отдали ящики, хотя должны были бы отдать. Почему-то ящики не отдали. Диверсия, да, такая вещь называется? То есть борьба идет. Но понятно, что это боевые действия против России. Но просто люди должны понимать, что вот когда мы год, два, три назад и Путин предупреждал, что будет против России вот эта агрессия, мы и об этом и говорили. Потому что это агрессия и... вот на Донбассе боевые действия выглядят против России в виде обстрела городов. А в России они будут выглядеть в виде роста терроризма в том числе. Не только снижение социального уровня, социальной бомбардировки, но и такого рода события. То есть мы это должны... И Путин об этом предупредил. Да, он говорит, да, мы понимаем, что терроризм будет пытаться и так далее. Помните? То есть это надо вещи понимать. То есть мы с вами должны какую сделать здесь для себя вывод из этой трагедии? Что эти трагедии будут нарастать, пока мы не решим проблему с суверенитетом. К сожалению. Но это надо открыто людям сказать. То есть от того, что они живут не суверенной страны, не только падает их жизненный уровень, но и ставят под сомнение их жизнь. Это вопрос выживания, победы национального освободительного движения. Но это, я думаю, все понимают. Евгений Алексеевич, а по городам планируете еще ехать? Ну, я все время езжу по городам. Да. Что, в Калининград тогда приедете? Калининград? А вы оттуда? А, поздравляю. Калининградцам привет. Сейчас сюда трех, сейчас пикеты будут массовые, потому что митинг не удалось собрать. Но... Нормально пикеты. Я сюда рванул, они там. Молодцы. Приеду обязательно. Хорошо. Сегодня полный... Сейчас вот... Евгений Алексеевич, такой вопрос. Вы упомянули разведывательную деятельность НОДА. Тут у нас как бы в интернете мы наткнулись на в регионах деятельность такой фирмы Amnesty International, которая разворачивает сеть штабов, собственно говоря, и вербует туда людей с приличными зарплатами. Что это? Не просто уже антинот, это контрнот. Хотите, вы обратите внимание, и все это признают. Вот как бы это сказать? Надо туда разведчиков. НОД это единственная организация в России, которая открыто бьется за суверенитет. То есть мы за освобождение.
Естественно, есть силы, которые не хотят, чтобы Россия была свободной, правильно? То есть оккупанты. Мы отличаемся от других сил, которые тоже нодовские, в том, что мы об этом открыто говорим, потому что нодовцы не только в штабах. И поэтому мы как бы являемся на самом передовом. Да? Вот как разведчик, он даже за фронтом, он впереди фронта идет. И поэтому, конечно, надо ожидать по нам главных ударов. А как вы хотите? Конечно, кто за то, чтобы Россия осталась колонией? Соединенные Штаты Америки, оккупанты, интервью. Ну, понятно. Естественно, у них для этого безумные деньги, гранты, все, что хотите. И на что будут обращены эти гранты? Естественно, на вас, потому что вы на передовой этой борьбы. Ну, вы солдат передовой. Стреляют по кому? По вам. В тылу тоже проблемы, но основные стрельба-то по солдату на передовой. Мы эту роль передовой взяли за всю страну. Поэтому главное давление будет на нот. Я вон смотрю, не случайно даже вот эта переписка тут недавно с Навальным, что ли, вчера или позавчера возникла. Все это признают. То есть признается фактор в силу нашей позиции, даже не многочисленности, а многочисленность тоже позволяет. Позиции, что мы являемся главными элементом национального освобождения. И поэтому удар колонистов, оккупантов, будет главный по нам. А денег у них достаточно. Конечно, разворачивают. И это прямо даже интересное видео. Они и не скрывают. Я вон смотрел недавно блог «Муравейк», блогер. Открыто говорит, меня приглашали на беседу с Федоровым, но я боюсь, ну, вот, круглый стол. Я же приглашаю все время. Я и сейчас говорю, все враги, приходите. Нам нечего от вас скрывать. Мы готовы сами обсуждать. Бояться, потому что сказать нечего. Вот закладывать деньги против России, ну да это, пожалуйста, втихаря. А открыто этот блогер пишет, меня приглашал Роман 3 раза, я, значит, не пойду, вот я какой хитрый. И дальше пишет, вот я там опубликовал, прям пишет, десятки статей против этого самого Валдайского клуба, а вверху у него написано, я за Путина. Против Валдайского клуба, против НОДа. Вот какой я борец. Ну, открыто на американцев работает и отчитывается перед ними. Поэтому мы... очень важно, наоборот, что это все вскрывается. Потому что пару лет назад это все было вверху путинский портрет, а втихаря против России. Сейчас это вскрывается. Это просто полки Бранденбург. Это специальные подразделения немецкой армии, напоминаю, переодетые в советскую форму, которые наиболее подготовленные, кстати. Естественно, самыми высокими окладами, если на оклады говорить, задача которых была разрушать коммуникации внутри, ну, как бы за линией фронта, советские коммуникации. Поэтому, мне кажется, что Навальный не опасен, а самые опасные враги, которые... Еще раз говорю, опасны интервенты и оккупанты, а ставку они делают на своих солдат. Навальный просто один из солдат. А он самый... все знают, что он каратель, а вот те, кто скрывается... Так вот мы сейчас и говорили про тех, кто скрывается. Евгений Алексеевич, сегодня вот все новости полны заголовков о очередном вашем предложении по поводу расследования распада СССР. И в том числе вот, необходимо расследовать именно вот какой ущерб нанесли. Вот можете суть последних ваших инициатив прояснить? Значит, ну последняя наша инициатива, это мы ведем как бы наступление... скажем так, в поддержку или обозначая фланг, который ведет Владимир Путин. Если вы помните, мы постоянно поднимаем эту тему, потому что она ключевая. То есть референдум по Конституции и расследование событий 1991 года, они являются такими ключами к проблеме. Когда он был сейчас вот в Сочи, на Валдайском клубе, он поднял вопрос, если вы обратили внимание, поднял вопрос в споре с послом Соединенных Штатов Америки о потерпевших. Во-первых, он сказал, что когда были эти происшествия, вы там были, за этими пришли, ну то есть за распадом Союза были американцы. Путин открыто об этом сказал. То есть это называется международным языком госинтервенция, потому что когда госпереворот по внутренним мотивациям, это госпереворот. Ну я говорю юридический термин. Когда госпереворот в интересах и по заказу иностранного государства, это интервенция. Потому что интервенция может быть танками, самолетами, может быть государственным переворотом, понимаете, то есть через агентуру. Так вот, Путин открыто сказал еще раз про американцев, что они интервенты по отношению к Советскому Союзу. Так, запомним для себя. Потому что некоторые говорят, что Путин молчит. Запомним для себя. Второе. Он там сказал, что результатом этого госпереворота были потерпевшие. И даже обозначил часть круга потерпевших. Назвал там 25 миллионов потерпевших там-то. Ну, например, за границей. Да? Ну, понятно, что вот мы с вами... Тут уже привыкли, 2 раза в год выборы, а
люди, которые живут в Прибалтике, миллионы людей, вообще не знают, что такое выборы. Они 25 лет ни разу не голосовали, потому что у них нет таких прав. Это потерпевшие. Ну, потерпевшие. Ну, ясно же, у людей лишены права, и это потерпевшие по международному праву, по любому закону, по любой стране. И Путин об этом сказал. То есть результат госпереворота потерпевший. У потерпевших права есть? Есть. У любого потерпевшего. То есть что сделал Путин? Он подвел базу, что правоохранительная система не имеет права отказаться от расследования событий. Потому что есть потерпевшие, у которых есть права и которые не удовлетворены. Право на правосудие. И мы, естественно, этот шаг подхватили и подали в прокуратуру предложение о том, чтобы было расследование в связи с тем, что глава государства обозначил круг потерпевших по госперевороту. Может, там как штабам потерпевшим, всем вот и родителям, ну, да, всем как-то какие-то шаги предпринимать? Я думаю, что надо, конечно, обращаться... Как же быть с виновными этого госпереворота? То есть, если есть потерпевшие, значит, есть... Вот видите, вы правы. Так вот, мы об этом уже дискуссия у нас и была. То есть, начав действовать по закону, вы начинаете раскручивать всю цель. То есть вначале мы признаем потерпевших. У потерпевших права, значит, когда прокуратура отказывается расследование проводить, значит, она нарушает закон. То есть они становятся преступниками, если не расследуют. Дальше они вынуждены расследовать. Расследование, естественно, автоматически выложит всю эту историю с Лукьяновым, с Горбачевым. И дальше, и через эту конструкцию мы выходим на 91-й год и на Конституцию. Вот и все. Естественно, не мытьем как-то катанем, есть такая народная пословица. А вы правы, надо поддержать эту идею, и центральный штаб это организовывает. То есть мы пишем обращение в прокуратуру, там пишется по месту совершения преступления. То есть мы в прокуратуру пишем по месту преступления. А нам вот в региональную или в генеральную, как действовать? Центральный штаб это организует. Это по месту преступления. Может быть, те пострадавшие должны написать заявление, обратиться. Ну, конечно. Которые на тех территориях проживают. Мы от их имени обратились. Мы написали, что, что пострадавшие обращались в Думу, и мы от их имени обратились в прокуратуру. Но то, что напрямую надо обращаться, здесь вы абсолютно правы. Это надо усиливать процесс. Спасибо.